Уважаемые зрители, я вас приглашаю на 7-8 числа на Кубок Европейских наций, где будет поучаствовать наравне с мужчинами, будет бороться с женщиной. И если вы придете, вы не пожалеете, вы увидите красивые, интересные схватки в исполнении многих наших выдающихся спортсменов. Вы увидите, на как борется наша олимпийская чемпионка Наталья Воробьева, многие другие призеры чемпионата мира Каблова, призеры чемпионата мира Лозинская. Поэтому я вас не уговариваю, но вы приходите, и вы будете получить истинное удовольствие, посмотрев соревнования по женской воле.